Меня зовут Яхья Хайта, гражданин Сирии. У меня есть дети тут, у меня есть семья. Уже у меня два раза беженец. Первый раз в Сирии. А другой раз с Крыму, когда Россия прихватила Крым. Зараз на данный момент добровольный в три обороны. Прошло час, что мы тоже надаем руку на державу и защищаем эту страну. Живем в этой стране, умираем в этой стране. Мы, россияне, не боимся. Мы стоим на свои. Защищаем нас земля. Слава Украине!